ребята, это продолжение ролика про 47-й автобус от технопарка до МЦК ЗИЛ. Сейчас рабочий день уже. Вот. Просто посмотрите, сколько, так сказать, пассажиров пользуются этим маршрутом. В общем, два человека. Я и моя супруга. Едем в Леруа Мерлен, как я и говорил. Вот и все. Сзади тоже никого нет. Вы думаете, что здесь куча народа спряталась? Ничего подобного. Вот так вот. Таймер не работает, но вот можно здесь посмотреть. Около 11 часов. 21. Ну, наверное, так и поедем, я думаю. Все, остановок по пути нет, никто сесть не сможет. Так что вот персональный автобус. Можете делать выводы о загрузке маршрута. Ну, обратно поедем, я тоже, наверное, сниму. Ну вот мы доехали до МЦК ЗИЛ. Сейчас я вам покажу, сколько людей ждет автобус на остановке. Вот она, толпа. Всех ждут. Все ждут автобус. А так это выглядит сверху от МЦК. Автобус все еще стоит, на который мы приехали. Никуда не делся. А вот остановка. Ни одного человека не подошло, чтобы его ждать. А это вид с перехода МЦК. Вот конечная остановка вроде как этого. Ну, не конечная, а отстойник автобусный. Один сейчас стоит, на котором мы приехали, справа. Вот один в отстойнике. И один нам встретился по дороге, где-то на полпути.